На площади LifeSite выступили самые яркие коллективы города, после чего начался настоящий бой, принять участие в котором могли все желающие. Праздник посвятили летней оздоровительной кампании. Дети и взрослые кидали друг в друга разноцветной индийской краской холли. Она абсолютно безвредна для кожи и легко стирается с одежды. Это одна из наиболее оптимальных на сегодня форм организации досуга для молодежи. Увидите, сколько людей. Они все кидаются красках, это создает улыбки на лицах. Этот фестиваль дал старт новой программе «Площадка нашего двора». Каждый день в течение всего лета на 130 точках города будут работать аниматоры. Добровольцы будут организовывать досуг для жителей улиц с 9 до 12 и с 18 до 21 часа. Информация о местах проведения площадок уже размещена на улицах курорта.